красим. Для покраски берем краску капраловская, но она не очень. Для теста, в принципе, нормально. Но так, чтобы дома красить, не рекомендую. Колорант от Альпина черный. И смешиваем, получаем вот такую серую краску. Смотрите, видите, насколько краска потеряла в тоне. Да, то есть вот сверху сухая. Видите, вот здесь вот высохло уже. А это еще свежее замешанное. И смотрите, насколько тонов краска потеряла цвет при высыхании. Конечно, краска любая, она когда высыхает, чуть теряет в тоне. Но это вообще очень сильно теряет. Поэтому я ее не рекомендую. Как бы для теста где-то на балконе там или где-то что-то покрасить, просто там дешево и нужно как-то вам, то да, пойдет. Но где-то, чтобы красивое качество сделать, лучше берите нормальную краску. Ну или в средней, в ценовой категории. Это краска самая дешевая, я ее взял просто, чтобы дома вот что-то тренироваться делать в гараже, в подвале. Все, смешиваем, получаем краску и красим. Так, прошло уже много времени, месяца три, наверное, не было, когда заниматься этим. Но попробовал я вот перламутром серым, моим любимым. Четко вообще получается. Вот так вот. Сейчас покрою вот эту стену и вот эту. И посмотрим, что из этого выйдет. Эмаль акриловая. Перламутровая, серая, серебро, валик велюровый, такой вот, кусок гипсокартона, сюда наливаем и раскатываем на ровной поверхности. Вот так вот это страшно смотрится. Пятна. Вот так вот это все. Ну, это тоже так было. Когда я тут попробовал, покрасил, тоже так пятнами думал, все, не получится. Но нет, оно впиталось, все равномерно стало. Так же будет и это. Сейчас буду вот эту красить. Все покажу, потому что здесь что-то не снялось. Ну, сейчас вот на вот этой вот, на коже крокодила, посмотрим, как красить этим валиком. Не сильно прижимая. Самое главное, не сильно прижимать. Итак, накатали краску. И очень аккуратненько, не прижимая, чтобы не закрасить внутренности. Хотя здесь вот чуть-чуть проявляется. Внутрь чуть-чуть проходит краска. Тогда надо еще меньше. Или ее меньше на валик наматывать. В разные стороны.
Прикольно. Как обычно, сделать оказалось легче, чем покрасить. Потому что я здесь экспериментировал разные цвета. И не получалось. Я уже не снимал. Ай, копнул сильно вовнутрь. Заговорился, прижал сильно. Вот так вот. Вот такой вот металл получился. Интересный. Так, ну и большие соты. Большие соты сейчас покрасим. Так, пока крашу, немного хотел у вас поинтересоваться. Скажите, хотели бы вы, чтобы я проводил прямые эфиры о том, как что-то делаю онлайн, чтобы вы могли что-то спрашивать, подсказывать, и будем делать, например, вот как вы советуете. То есть, например, там я что-то начинаю делать, что-то крашу, вы говорите, там, например, попробую там в красный цвет покрасить. А я при вас беру сразу крашу, и вы смотрите, как это смотрится. И тогда вам будет легче определиться, к примеру, с вашей отделкой. Как вы на это смотрите? Хотели бы такое? Там, кстати, я еще подумываю сделать спонсорство, открыть доступ к спонсорам, чтобы с ними онлайн проводить трансляции отдельно со спонсорами. Ну, то есть кто-то хочет поддержать канал, к примеру, там пару долларов кинуть там на развитие, на инструмент там, или ну хоть на что, да, потому что тут затрат хватает, даже вот на материал купить для экспериментов. Вот, то со спонсорами будут тоже трансляции прямые. И тоже можем что-то придумать интересное. Ну, вы пишите, хотели бы ли вы сначала, да, чтобы я проводил прямые трансляции, прямые, ну, можно сказать, онлайн-уроки. Вот, сильно прижал. Конечно, некрасиво. Вот, запачкал, опять заговорился. Ну ничего, в целом картина будет ясна. Че, даже и так пятнами классно смотрится. Такое что-то аутентичное. Так вот, насчет прямых эфиров. Как вам такая идея, прикольная? Пишите комментарии. Почему фишка еще в том, что спонсоры будут, да, им они отдельно будут в чате. И я тогда смогу, даже если вы там 2 доллара мне кинете, там, да, к примеру, то вы уже тоже будете считаться спонсором. И вы будете в чате, где я буду кидать, к примеру, расписание там прямых эфиров. И вы сможете узнать, когда там подключиться, чтобы посмотреть там, или написать мне туда, что сделать, к примеру, какую отделку. Вот. И тогда сможете присутствовать онлайн и смотреть. Вот. Так что пишите, как вы считаете. Все равно это же я делаю не для себя, а для вас. Не, конечно, для себя тоже. Мне тоже интересно заниматься этим. Ну и вам, мне радостно, что вам это помогает. Кто-то делает себе дома. Доволен, что получается. То есть это, ну, мне радостно. Так, коротко про валик забыл сказать, что это валик велюровый, но внутри у него губка. То есть он поролоновый, но обмотан типа велюром таким мелким ворсом. Можно и просто велюровый. Есть, продаются просто велюровые валики.
Ну вот. Ну, конечно, вообще интересно смотрится. Очень прикольно. Очень прикольно. Как бы и блестит, и вот так вот пятнами. На больших. На больших прикольно смотрится. Что так вот пятнами? Ну, посмотрим, высохнет, когда посмотрим как. В целом, если вот так вот будет вся стена. Ну, интересно, хочу вам сказать, интересно. Так, вот здесь подсыхает. Ну, пятна еще чуть-чуть видны. Так, пятна видны еще чуть-чуть. Не, ну, большие прикольно вообще, конечно. Интересно. Так, у меня есть еще перламутр гранатовый. Перламутр еще есть вот гранатовый. Интересно, может быть, на большие еще гранат добавить местами. Посмотрим. Посмотрим. Что он такой вот интересный. Вот тут уже подсох. А вот в банке, ну. Такой интересный. Так, ну это мы подумаем еще. Высохнет. Посмотрим, что добавить. Так, ну что, пока что ждем, пока высохнет. В целом смотрится вот так вот. Вот так получилось. Конечно, малые соты вообще супер. Ну, нужна шпаклевка. Это я делал из штукатурки. Ну, лучше, конечно, чтобы шпаклевка была. Она мелкая, гладкая. Во время затирания не будет вот таких вот пор. Вот. Ну, шпаклевка. Ну, когда-то сделаем со шпаклевки, посмотрим, как было, получится. Все, сейчас сюда наносим красного вот так вот местами. И смотрим в итоге, как все получится. Гранат. Обычная губка, вот, типа банная. Не боимся, потому что будем еще чуть-чуть подтирать лишнего, типа размотовывать. Вся та же вискозная губка. Так вот интересно. Кровь. Кровь получилась. Вот тут вот в порах остается больше, чем надо. Для такой фактуры нужно больше вот таких вот неровностей тогда.
Вот. То есть не прям заглаживать, затирать, а вот намазывать, намазывать. И чтобы было вот такие вот неровности. Тогда вот оно вот такое прикольное получается. Так, ну серое пробивается чуть-чуть. Ну и красного, видать. Я не знаю. Не знаю, конечно. Говорите как. Пишите комментарии, как вам насчет красного. Мне тоже интересно ваше мнение. Ну, конечно, да, лучше бы посмотреть на объеме, да. Хотя бы на листе гипсокартона посмотреть, как оно бы получилось. Вот, но не знаю. Но что-то интересное. Вот интересное. Сейчас нанесу все на поверхности, посмотрим. Так, сблизка. Вот, и серое как бы пробивается, да? И красное местами. Ну, не знаю, может быть и не то, но прикольно. Прикольно. Вот здесь вот так вот получается, когда неровно. Вообще круто. То есть, ну, с окрасом вообще по-разному можно все делать. Очень по-разному. И вот как все получилось. Вот. Ну, там, конечно, красновато, да. Красно. Ну, прикольно. Все, вот такое вот можно делать. Трафареты отличные, стыкуются хорошо. Вот даже не видно, не там, здесь вообще 4 стыка. Не видать. И прикольно, что вот где мелкие, в разную сторону смотрят, вот отражение одно, где побольше рисунок, другое. То есть, ну, прикольно вообще, конечно. Маленькие соты крутые. Крутые. Ну и большие тоже хорошие. Только надо со шпаклевки, чтобы не было сколов. Или если делать сколы, тогда вообще неровно, чтобы было больше таких вот выбоин какие-нибудь, где-то царапины такое вот, прям грубое. Тогда да, тогда можно делать вот так. И делать двухцветное, трехцветное. Можно где-то еще черного добавить, вообще так перетереть. Но это если была бы фактура. Чтоб не гладкая была, а фактурная такая вот. Ну, короче, пишите комментарии, хотели ли бы вы увидеть в
фактурное, может быть, что-то и сделаю. Да, пишите. Короче, все от вас зависит. Если напишите сделать, сделаем. То есть все вот это перешпаклею. Будет опять слой ровный, готовая под декоративку. И тогда будем наносить уже, что напишите, то и нанесем. Насчет прямых эфиров вы, конечно, подумайте мне. Напишите, хотели бы ли вы увидеть это все, что делаем, декоративку на прямых эфирах. То есть онлайн. То есть такие, может быть, мастер-классы. Да? Я, конечно, не ставлю себя в ряд учителей каких-то. Ну, просто, что я вижу, что вам нравится. Мои видео полезны. Поэтому хотелось бы как-то вот так вот с вами взаимодействовать. Как-то онлайн помогать. Что-то вы будете сразу спрашивать. Будем отвечать. То есть, интересна ли вам эта тема? Да, смогли ли вы бы выделить время для того, чтобы присутствовать на таких вот прямых эфирах, на трансляции. Да, прямая трансляция называется. Вот. Если большая часть людей скажет, что да, классная идея, давайте, все, будем тогда что-то делать. То есть по декоративке это все уберем, подготовим стену под новое нанесение и будем пробовать, экспериментировать даже эти соты. Можем сделать фактурное, прям с вами онлайн нанесем. Потом на другой день, когда высохнет, опять же войдем в прямой эфир. Будем там красить, к примеру, там будете говорить, давай там в черный цвет покрасим. Ну давай, все, красим в черный цвет. Опять высыхает на следующий день, опять. То есть, ну такой график, понимаете, да? То есть не за один день, а будет такая вот. Или я все подготовлю, нанесу, будем красить, то есть отдельно там. Ну, то есть... Понимаете, я не знаю, правильно ли я это все говорю, но такая идея есть. Вот. Так что спасибо за просмотр. Буду еще дальше трудиться для вас.